23 февраля в здании Московской Церкви Благая Весть состоялся праздничный концерт, организованный фондом «Возможность» и служением «Золотое время». Зал был заполнен людьми, которые смогли насладиться выступлением артистов столичных театров. Море аплодисментов и восторженных лиц в этот праздничный день было на мероприятии. Друзья, мы очень благодарны Богу за то, что Он позволяет нам организовывать такие концерты, такие программы для людей старшего возраста, и не только для людей старшего возраста. Сегодня на концерте были представители разных возрастов, и они почувствовали Божью любовь. И мы молимся о том, чтобы они пришли еще раз, пришли на следующий концерт, пришли на служение. Вообще, церковь призвана быть светом во всем. Да, мы проповедуем Евангелие, но еще мы должны просто так делать добро людям. Потрясающая энергетика, созданная позитивом самих певцов и хитами прошлого, буквально пронизывала каждого зрителя и заставляла подниматься со своих мест для танца. Прекрасное, по-настоящему золотое время, благодаря которому можно по-особенному пережить, как благ наш Бог. Концерт мне очень понравился. Мне вообще нравится Вадим и Кирилл Панфиловы. Его девочки, которые поют с ним вместе. Патриотично и гордо. Очень понравилось. На высоком уровне. Спасибо, спасибо всем, кто готовил этот концерт и кто принимал в нем участие. Настолько получаем удовольствие и уходим с таким замечательным настроением, что хочется вернуться всегда снова и снова. Информационное бюро «Спектр», Москва.